Доброе утро, коллеги-руководители! Как часто у вас бывает, что вы поставили какую-то задачу сотруднику, а он с ней не справился или просто ее не выполнил? Как же понять, в чем причина, почему сотрудники не делают то, о чем мы их просим? Для этого у меня есть очень простой и очень интересный инструмент, который поможет вам разобраться. Это матрица, которой, когда вы пытаетесь разобрать причину невыполнения задачи, вы должны себя спросить, а правильно ли вы поставили саму задачу сотруднику? Правильно ли вы описали ему то, что вы хотите, чтобы он сделал? Возможно, причина кроется в том, что у сотрудника просто нет способностей. Вы попросили его полететь на Луну, а он не умеет летать. И тогда вы можете правильно ставить задачу, но не тому человеку. Возможно, у сотрудника есть способности, вы правильно поставили задачу, но у него нет достаточных знаний, и он хочет ее выполнить, но не знает как. Тогда сотрудника, естественно, нужно научить. Возможно, вы правильно поставили задачу, у сотрудника есть достаточно способностей, у него есть достаточно знаний и навыков, но у него нет желания. Если у сотрудника нет желания, постарайтесь разобраться и понять, в чем причина, почему он не хочет выполнять эту задачу. Других причин, почему сотрудники не выполняют какие-то задания, нет. Они все зафиксированы здесь. Я надеюсь, этот простой инструмент поможет вам наладить отношения с вашим коллективом и ставить эффективные задачи, которые сотрудники будут выполнять легко и радостно. Я желаю вам отличного настроения и хорошего дня. Пока!